Привет всем, друзья! Вы на канале Family Bus. И сегодня у нас тема потерянные посылки. И вот видите, в руках у меня одна большая посылка, которая не дошла до покупателя. Почему я радуюсь? Говорят, людям, говорят, не дошло, а они радуются. Потому что я купила всего за $6. А то, что она до человека не дошла, я абсолютно не переживаю, потому что мы не раз убеждались на себе, как работает система здесь в Америке. Человек абсолютно ничего не теряет. Ему высылают либо точно такое же новое, либо возвращают ему деньги. Бывает так, что человек получает 2 предмета из-за того, что ему не доставили вовремя. Такое тоже бывает. Поэтому я радуюсь, потому что у меня сегодня закупочка. Но вы знаете, сегодня у нас необычная распаковка потерянных посылок. Почему она необычная? Потому что у нас будет всего лишь один ящик потерянной посылки. А остальные все закончились. На этой неделе в магазине в основном товар был только с Таргета. С Амазона почти ничего не было. Потерянные посылки все закончились. Поэтому я просто приняла решение, что остальное я просто покупаю то, что мне нужно, а не наугад, не кота в мешке. И одну посылочку взяла не распакованную. Начнем с нее, а потом посмотрим, что еще нужного я приобрела. Итак, вот такая вот кучка вещей, которые я купила. Хотите посмотреть детально, смотрите дальше. Итак, открываем. То, что здесь написано на коробке, это какая-то полочка. И поэтому мы сейчас ее достанем. Смотрим, вот 4, хочу бы найти картинку. Вот, такая полочка для обуви. Из 3, и вверху как стульчик можно сидеть. Слушай, классная полочка. А для обуви, у меня обуви целый шкаф, в шкафу все стоит. Полочка вот так, надо спросить. Я так понимаю, что это можно использовать как стул, смотря какой, какой он высоты. Вот такой получается. Да! Вот такая вот стильненькая полочка для обуви. Железная, смешанная с деревом. То, как я люблю стиль. Дерево с железом. Так. Я не прогадала, взяв эту посылочку. Ну, думаю, что в магазине она стоит долларов 20-25. Надо проверить. Так, вот, да, точно, деревянная. Верх деревянный. Сами полочки из сеток и железные вот. Вот так вот. Далее. Стильненькая. На маленькую семью. Там где-то 6 пар обуви, наверное, вместится. Что, классная штука? Что могу сказать? Вот, еще раз. Смотрите, вот такая вот полочка. Это инструкция на нее, как собирать. Хорошо, смотрим еще. А, это они показывают, какие еще есть варианты. То, что у них есть еще какие-то большие. Ну, думаю, отличная покупочка. Даже если ее поставить на продажу и продать за $30, мы заметили, что если ставишь цену меньше, чем в магазине, можно продать за $30 и тогда купить... Да сколько? За 48. 3,5 покупки моих. А купить, если продать даже за $30. Суперская цена. Смотрите, какую хорошую штуку я следующую купила. Ни в каком магазине вы точно не найдете ее за $6. Кроме как в этом магазине. В магазине потерянных посылок. Это отпариватель. Утюг паром, так скажем. У меня тут что есть, я пользовалась. Это дочка покупала его. Он, так скажем, модель неудобная. Я хотела себе свою купить модель. Этот можно утюжок, так скажем, его можно наклонять. Та модель, которая у меня, нужно только так ровно держать, когда гладишь. А эту я могу наклонять в разные стороны и гладить. Вот. Вот такой вот отпариватель утюг. Очень удобно для
рубашек, для того, чтобы не налаживать, ну, наглаживать там складки, особенно возле манжетов, или платье какое-то, какое со складками, удобно использовать. Для брюк тоже классно, потому что блестеть не будут, паром, гладишь паром. Там модель там такая, то, что оно разливается, вода налита. Ага, в этом причина. Да, и я могла отпаривать, только вот так держать ровно. Иначе вода горизонтально, разобьется. Да. А эта модель, которую, да, я могу, ну, так и боком, и, ну, по-разному поворачивать. Я думала, что этот будет намного лучше. Я такой хотела, но чуть-чуть временила, и поэтому, увидев его за $6, я взяла. Вот такая вот штучка. А, цена, кстати, его. Цена его в магазине... 59,99. Ух ты, $60 аж. Ну, я даже не планирую это продавать, но если бы перепродавать, то его за $40 точно, ну, продал. Но я его взяла для себя. Следующее мое приобретение – это вот такой вот наборчик судочков. Я его так достала здесь. Чем он мне нравится, это тем, что стеклянные, они не пластиковые. Пластиковые со временем как облазят. А стеклянные мне очень нравятся. Мне вообще, я люблю стеклянную прозрачную посуду. Вот когда она стоит в холодильнике, сразу видно, что там. С такими крышечками, которые плотно закрываются, что даже если оно перевернется, оно ничего не разольется. У меня есть такие пластиковые, но я же говорю, стеклянные намного лучше. Я уже хотела обновить их. И я вот нашла причину, почему эту коробку сдали в магазин. Потому что вот на одной из крышечек, видите, сейчас тут все крышечки нормально, а на одной из крышечек не хватает одного ушка. Ну, в принципе, либо я такую же крышечку возьму с пластмассового моего набора, либо использовать эти, в принципе, оно закрывается хорошо, для холодильника нормально, наверное, немножко, если где-то в сумку, что переворачивать не рискнула бы. Жалко, что там ушка не хватает, но все равно за $6, я думаю, что это стоит того, потому что в магазине такой наборчик стоит в районе $30, 25-30. Скриншот вот здесь прилаживаем. Я думаю, что это очень хорошая покупка за $6. Следующее мое приобретение, это вот 4 полотенца. Одна вот такая вот упаковочка за $6 я купила. Это выгодно. Почему? Потому что в магазине полотенце, ну, самое дешевое ты найдешь за $7 одно полотенце. А так оно $10-12 будет стоить. Я вот купила за $12 4 штуки. Вот такое. И сразу же к полотенечкам еще. Наборчик у меня просто есть большие. Я как-то раньше показывала, большие такие покупала полотенца. А это набор еще полотенечки для лица. 4 штуки и 2 для рук. Это я для комплекта, потому что просто тогда тот раз я купила большие только, а это для комплекта еще маленькие к ним. Увидела и решила взять. Итак, следующая моя покупочка, это наборчик вот таких стаканов. Их я только увидела и сразу сказала, хочу. Почему? Потому что внутри они, вот видите, из толстого стекла. Я не люблю стаканы, вот я сейчас для примера взяла, вот стакан, который у меня, из тонкого стекла. У меня к ним почему-то такое... предвзятое отношение, или не знаю, предвзятое. У меня даже тут шрам остался, когда отмыть я стакан, значит, у меня сильно порезала палец как-то тонким стаканом, он прям треснул у меня в руках. И даже однажды наш сын, малой еще был, ну, может быть, класс второй, третий, мы были у друзей на свадьбе, он так увлекся, что откусил, ну, стаканы были такие тоненькие, и он как-то придавил, у него прям откусил стакан. Поэтому у меня вот к таким стаканам с тоненькой какой-то страх есть. Когда я увидела вот эти вот стаканчики, вот это большие, это маленькие считается. Я их просто захотела взять, они мне нравятся. Они мне напоминают вот сейчас модные, не знаю, как там в Украине, в России, а в Америке модные вот такие вот баночки используют вместо стаканов. Это точно такой же стиль, я бы сказала, вот такого стакана, фэнси. В общем-то... Как вам? Нравится такой стиль стаканов или нет? Мне очень нравится. Цена в магазине этих стаканов $27. Конечно, это большая экономия. Я купила 12 стаканов, по 50 центов один стакан у меня вышло. Вот еще и одна из удачных моих находочек. Это каремат.
для походов, для лагерей, кемпингов, так скажем. И у нас есть два таких, очень удобные. Этот и еще немножко он надувается, не буду сейчас весь его разматывать, я его так смотала туго. Сейчас он надувается. Вот так. Он сейчас тут плоской, но он чуть-чуть надуваешь, и он намного лучше, чем просто такой каремат. Ну это даже не каремат, это больше как матрасик все-таки. Как матрасик надуваешь походный, да. И очень хорошо, либо ты в палатку, либо если ты на улице, оно сделано такое, что не промокает, если ты на землю. Ну за 6 долларов просто. У нас есть 3 штуки, я же говорю, что... два штуки, и этот еще третий нам просто необходим. И мы в Костко покупали их что-то по 50 долларов или по 35, что-то такое. Да, этот вот сейчас на скидке мы посмотрели в интернете, со скидкой он 25 долларов стоит, а вообще его цена долларов 50. Вот такая вот очень нужная вещь фирмы Калиман. Вот такая. И последняя вещь, которую я приобрела. Сейчас покажу. Что здесь? Конечно же, обувь. Вот. Такие вот ботиночки. Я не знаю, как насчет это кожа или не кожа. Они не зимние, демисезонные, осень, весна больше. А на ощупь это как выглядит как кожа. Сейчас почитать. Но цена их в магазине была 44 доллара. Вот. Смотрите. За 6 долларов такие ботиночки. Семерочка. Вот эти покупки, которые сегодня мы приобрели в магазине потерянных посылок. Вот такие вот покупки у нас сегодня получились. Напишите, что вам больше всего понравилось, чтобы вы купили себе. Спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели до конца. Если не жалко, ставьте лайки или дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Встретимся в следующем видео. Пока!